Ну, я здесь скажу вещь, которая, может быть, с одной стороны, звучит банально, с другой стороны, ну, не обратить на это внимание невозможно. Да? Это ситуация с нашими центральными каналами, уважаемые телевидения, да, которые, мягко скажем, значит, не выполняют, да, свои функции. И, да, вот если говорить о воспитании, да, так сказать, разумного, доброго, вечного и пробуждении добрых чувств, такое ощущение, что пробуждают они чувства исключительно злые. Да, что вот ориентация идет на, значит, низменные, скажем так, потребителя с интеллектом ниже среднего. Вот у них такое клише сложилось, что смотрят их ниже среднего. Вот. И даже ориентируясь на этого потребителя, да, от этого зрителя, они стараются пробуждать самые такие вот низменные его инстинкты, вот, в лучшем случае воспитывая, да, вот такого потребителя, да, значит, того, чего, что ему впаривается, да, вот в рекламных роликах, в перерывах между вот этими шоу, где бандиты сменяются менты бандитами и так далее. Вот что-то надо с этим делать, и вот в хорошем смысле нам нужна нормальная такая вот государственная пропаганда, да, чтобы было у нас, с одной стороны, интересное, как бы интересное и востребованное, да, телевидение, но с другой стороны, все-таки вот не чернушное, да, а воспитывающее, да, вот такие вот добрые, хорошие начала, да, там ответственность, дружелюбие, патриотизм, да, вот, семейные ценности, производственные какие-то ценности, да, то есть вот на самом деле действительно пока вот этого мы не сделаем, да, то есть в любом случае это остается какими-то разовыми акциями, которым лучше случае узнает, да, вот там аудитория, набрав в интернете, ну как бы такая вот целевая аудитория, но за пределы этой целевой аудитории мы не выйдем. Что с этим нужно делать, да, нужны ли какие-то персональные решения, вот, по, значит, телеканалам нашим, да, нужна ли какая-то там государственная политика, наверное, все в совокупности. Понятно, что вот сейчас мы здесь с вами, наверное, решение не, значит, ситуацию не справим, но вот, по крайней мере, задуматься об этом точно стоит.